Это новости на нашем канале о самых ярких и заметных событиях к этому часу. 104 претендента на 25 кресел. Территориальный избирком сегодня озвучил итоги этапа регистрации кандидатов в депутаты городской думы 6-го созыва. 49 из них – это самовыдвиженцы, 25 человек представляют единороссов, 15 – ЛДПР, 11 – КПРФ и еще четверо – члены партии «Народ против коррупции». 10 претендентам по различным причинам в регистрации было отказано. Еще семеро снялись с предвыборной гонки по собственной инициативе. Напомню, изначально на места в представительном органе муниципальной власти претендовали 121 человек. В настоящий момент используется что по выборам губернатора, что по местным выборам мажоритарная система. То есть избиратель ставит в бюллетене только, может поставить в бюллетене только один любой знак в квадрате напротив фамилии кандидата. Только один знак. И сегодня же избирком приступил к сборке автоматических комплексов обработки избирательных бюллетеней. Напомню, в город техника пришла в пятницу. Сами аппараты представляют собой полупрозрачную урну для голосования. Однако его верхушку венчает нестандартная прорезь, а электроника, которая и будет считывать данные из бюллетеней. Кстати, сами бланки будут отличаться от остальных. Главным образом размером. Использовать КАИБы планируют на двух избирательных участках. В центре досуга «Нефтяник» и КСК «Имал». Комплексы еще предстоит на строить, а перед процедурой выборов члены участковой избирательной комиссии пройдут курс обучения работе с ними. Напомню, ранее КАИБы в Ноябрьске не использовались никогда. А тем временем подготовку к выборам начали и сотрудники МЧС. Они, в свою очередь, проверяют готовность избирательных участков к единому дню голосования, который пройдет 14 сентября. До этого времени противопожарную безопасность проверят на всех избирательных участках. Кроме того, спасателям также предстоит оценить готовность образовательных учреждений к началу нового учебного года. Так, сегодня специалисты проверили бдительность и сотрудников, и воспитанников детского сада «Колобок». Здесь прошла экстренная эвакуация. По легенде, огонь появился в вентиляционном помещении. Как выяснилось, Колобок к внештатным ситуациям готов. В зоне ограниченной видимости среди подразделений Ноябрьской пожарной охраны прошли профессиональные соревнования. Свое мастерство в критических условиях показали представители газодымозащитной службы. В соревнованиях приняли участие 5 команд. Огнеборцы прошли несколько зрелищных испытаний, штурмовали учебную башню, преодолевали огневую полосу препятствий и разведывали обстановку в дымокамере. Каждый этап необходимо было пройти не только за максимально короткое время, но и без малейших нарушений. Каждый недочет в работе конкурсанты получали штрафные секунды. По итогам всех испытаний лучшим звеном газодымозащитной службы стали представители 4-й пожарной части. Им предстоит защищать честь города на подобных соревнованиях, но уже окружного уровня. Врезался в песчаную насыпь. Минувшие выходные в Ноябрьске не обошлись без дорожно-транспортных происшествий. В субботу на перекрестке Цоя Советская врезался в кучу песка автомобиль Toyota Highlander. По данным госавтоинспекторов, водитель внедорожника перед поворотом отвлекся и не справился с управлением. В итоге джип перелетел через 20-сантиметровый бордюр и увяз в песчаной насыпи. В результате аварии пострадали двое пассажиров автомобиля. Им назначено стационарное лечение. В целом, в выходные произошло 10 ДТП. В остальных авариях люди не пострадали. Не редкость, когда пострадавшим в ДТП требуется экстренная помощь медика, в том числе и срочное переливание крови. И тут встает вопрос, а есть ли в нужном количестве необходимая группа? К слову, количество самих доноров снижается. Одной из причин врачи называют закон о донорстве крови и ее компонентов, согласно которому денежные средства людям заменили на полноценный обед. После прокатившейся волны недовольства денежную компенсацию все-таки вернули. Юлия Дима выясняла, помогло ли это возвращение донорское движение. Здесь, в специальном холодильнике городской больницы, хранится экстренный запас плазмы всех групп крови. Ровно столько, сколько необходимо для спасения жизни человека в самые первые минуты реанимации. Но перед тем, как попасть к больному, кровь должна пройти строгий лабораторный контроль. Еще полгода побывать на карантине. Только так можно исключить риск заражения пациентов каким-либо инфекционным заболеванием. Слава богу, у нас пока таких случаев не было. Я надеюсь, что не будет, учитывая нашу лабораторию. Спасение жизней начинается отсюда, с отделения переливания крови.
Волонтеры организации «Счастливый Ноябрьск» в этот раз к процессу сдачи крови подошли особенно. В 8 утра на велосипедах и с хорошим настроением они отправились на благое дело. Мы сегодня на велосипедах приехали как раз, чтобы подчеркнуть еще раз, что все доноры – это здоровые люди, которые ведут здоровый образ жизни. Добровольцы Алена и Юлия приехали сюда впервые. Так что получить официальный статус донора сегодня не получится. Прежде девушкам предстоит пройти медосмотр, и только после положительного его заключения можно будет сдать кровь. Ну, сейчас мне уже взяли кровь из пальца, сейчас я вот буду ожидание крови из вены на анализы, уже более углубленные, чтобы уже проверить на какие-то заболевания, либо простуды, не простуды, чтобы уже можно было быть донором. Сначала у добровольца определяют группу крови, уровень гемоглобина. Затем берут пробу для проверки на наличие гепатита и других вирусных инфекций. Я наоборот хочу все-таки, чтобы анализы были, прошли хорошо, чтобы я все-таки пришла в понедельник сдала. К сожалению, таких энтузиастов не так много, как хотелось бы. С января по июнь донорами в Ноябрьске стали 700 человек, а должно быть как минимум в 2 раза больше. Количество доноров уменьшилось. Намного? Да, где-то на треть. Самый максимальный объем переливаний крови проводят в отделении анестезиологии и реанимации, заведует которым Игорь Макиенок. Именно сюда попадают пациенты с острой кровопотерей после серьезных автодорожных происшествий, ножевых и огнестрельных травм. К счастью, необходимый экстренный запас крови всегда под рукой. Однако нужно учитывать, что бывают ситуации, когда кровь требуется в большом количестве. Если, допустим, разрыв селезенки, то в брюшной полости у пациента может до 3 литров крови скапливаться. Соответственно, мы должны 3 литра плазмы минимум ему прокапать, а это, в общем-то, не одного донора. Помимо этого, хотелось бы объяснить людям, то есть это неоднократное применение препарата в крови. Если, допустим, на данный момент у нас лежат пациенты, которые в силу тяжести состояния, когда органы и системы работают плохо, нам приходится помимо этого еще ежедневно осуществлять им гемотрансфузии. Говорить нужно не только об объемах сдаваемой крови, но и о скорости, с которой оказывается экстренная помощь. В ситуациях, когда счет времени идет на секунды, ждать добровольцев возможности нет. И придя на станцию переливания крови сегодня, вы спасаете чью-то жизнь завтра. Юлия Димова, Александр Иванов, Анатолий Присич. Новости нашего города. В Ноябрьском городском суде сегодня начался процесс над бывшим руководителем дирекции муниципального заказа. Экс-чиновника обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Окружной прокурор Константин Перемитин, представляющий сторону обвинения, утверждает, что в 2012 и 2013 годах при заключении муниципальных заказов на проведение капитальных ремонтов в детских садах «Ручеек» и «Золушка» бывший чиновник получил от подрядчиков по 10% от цены этих заказов. В общей сложности размер взятки составил почти 22 миллиона рублей. Также на скамье подсудимых оказался еще один фигурант, уже отбывающий наказание по другому уголовному делу. По версии обвинения, мужчина выступал посредником при получении взяток, а наказание он сейчас отбывает за сбыт наркотиков. В восстановлении на службе отказали. В городской суд с иском о признании результатов служебной проверки незаконными и с требованием восстановления на службе обратился бывший сотрудник полиции. В органах внутренних дел мужчина работал с 2003 года, а в 2012 стал инспектором технического надзора. Уже находясь в этой должности, он неоднократно просил других сотрудников полиции не составлять протоколы на знакомых водителей. А в декабре 2013 года по его просьбе через Карамовский пост был пропущен автомобиль, в которым перевозился похищенный человек. В связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел, контракт с этим инспектором был расторгнут. Не согласившись с увольнением, уже бывший полицейский обжаловал результаты служебной проверки. Однако накануне судебная коллегия оставила решение без изменения. Фонд жилищного строительства сегодня начал прием документов по программе финансовой помощи бюджетникам в улучшении жилищных условий. И участникам ведомства готовы компенсировать до 20% расходов на приобретение жилья. В списке граждан, имеющих право на получение финансовой поддержки, а также необходимых документов, можно найти в офисе фонда. Прием продлится всего 3 месяца, а в случае набора более 1000 заявлений компания может быть приостановлена. Впрочем, специалисты не думают, что программа вызовет такой ажиотаж. Очень много. Вот пакет документов достаточно немаленький, и, соответственно, все справки, их надо заказать, взять, и уже, я думаю, что следующая неделя у нас будет более активная.
Улучшать жилищные условия молодые ямальские семьи будут в том числе за счет федерального бюджета. В этом году правительство округа подписало соглашение с Министерством строительства и ЖКХ о предоставлении субсидий на финансирование социальных выплат молодым. В целом, согласно данным пресс-службы главы региона, в 2014 году сертификаты получат 780 молодых семей. Добавлю, годом ранее жилищные сертификаты по этой программе получили более 1000 семей. Основными условиями для участия являются возраст супругов не более 35 лет, необходимость в улучшении жилищных условий и наличие средств для погашения остальной стоимости жилья.